Мощное, не мощное. Мощное было на прошлой неделе. Стремительная атака. Оборона пока один раз один проигрыш. Прошлая оборона это была А, только вместо этого был у нас баффер. Синий баффер. Блин, забыл его. Ульмер. В костюме. Но я решил его поставить, потому что баф дает у нас атаки Кайлани. Значит, это пока не зашло. Поехали. Так, Фаез. Против Фаеза берем сразу Белит. Все, взяли Белит. Так, далее Дон у нас. Это что дядька делает? Урон долбит. Урон нам будет хорошо наносить нам. Миньоны, Мишка. Очень быстрый. Я, в принципе, знаю, что даже взять. Это мое? Это туда надо убрать. А, хорошо. Это туда. Так. Так, так, так. Хотел взять я зеленых, но, по-моему, в моно что-то упрется. Моно, 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 моно. Знаете, у меня есть разгончик. Есть разгончик неплохой. А, фиолета нет, я фиолет ищу. Так, фиолета нет. Это плохо. Тогда... У нас Фаез, в принципе, не так страшен, да, по центру? Вот так вот. Ну, пока не знаю. Сразу запрет кинем. Ого, вынесли. Били 6 камней, надо запомнить. Так, он у нас чистит же пассивочкой, но пассивка после работает. Правильно? Так, это... Ой, какой урон слабенький вылетел. Ну, капец. Ударили прям в нужных. Ну, могли бы и снести. Так, тут бахнули. Запрет висит. Красных разгоним. Ах, черт, не разогнали. Так, хильнуться надо бы. Хильнулись. И еще запрет повесим. И, наверное, почистимся.
Ну да, без среза маловато. У нас же он неснимаемый эффект, поэтому фас и не смог, даже пассивка если работала, он не смог все равно снять. А эта дама снимает себя. Так, в этой ударим. Да ладно, так вот сделаем уже. Он себя не бафает. Я думаю, что он себя не бафает? А он соседи бафает, себя не бафает. Вон что, я забыл про это. Вот это мощная карта, кстати. Ее мне сильно рекомендовал мистер Рандом, когда был у нас в Фаскиле. В роли, как сказать, советчика. Я все-таки поймал эту карту, качнул. И действительно в натуриках, прям на ивентах заходит на ура. Джахангир, да? Синий, прям много-много синих. Что делают? Все прям бьют, там наваливают. Все понял, все бьют, значит надо мишку. Надо мишку и синих. Так, на сколько синих мы будем брать? Его возьмем как ударника. Его возьмем. Его, наверное. Или лучше этого взять. И разделение хочу взять. Так, разделение без хилов, да, играем? Без чистки, это плохо. Чистку надо по-любому брать. Наш друг почти отъехал. Будет ультовать. Хорошо, пусть ультует. Все, мы своих 9 камней собрали. Почти. Так, тут у нас дяди, я смотрю, хотят уклоняться, да? Ну ладно. Пусть догорает. А мы мишку закроемся. Все, мишку мы затанчили, теперь бахаем.
Около 60, наверное, крутил я круток на зимнем. Нет, не 60, круток 40 делал. И вам представляете, тройка не выпала, вот эта вот тройка. Капец. Так, он что там нафаршированный, 700-1200. Вот эта вот дамочка прям жесткая. Ну, тут интересная команда обороны. Так, это дядя там будет все чистить. Попробую такой командой. Тогда зелененький подсоберем. Так, все жестко прям пролетело. Мишку собрали. Так, ультуют все, да? Ультуют все. Четыре хода разделения. Так, что будем делать? Попробуем подождать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Еще два хода разделения. Но я прям красный теряю сильно. Наверное, я это зря делаю. Эх, чуть-чуть не зашло, чуть-чуть. Так, держитесь, ребята. Что, в него все? Давайте в него.
Но мне бы, наверное, лучше не в него бить, а в этих больше урона залетит. Да, правильно. Жестко, жестко. Я не думал, что такой мощный урон вот этого вот троица нанесет. Этот у меня в атаку вкачан, это в атаку вкачано. Ну, прям под разделением, прям 600 сейчас зафигачил. Очень сильно. Нет, он 600 просто ударил без разделения. Очень сильно. Смотри, какие зубы. Какие красивые зубы. А у тебя покажи. А, полы. Фу, желтые. Желтые зубы, да. Бэ. Тебе тоже я долго. Сейчас пойду, сейчас доиграю. Твои вот эти носки, это куда? Папа. Подождите, я играю, люди. Папа, я тебе хочу сказать. Можно я... Когда ты доиграешь, я тебе сама почищу зубы. Нет, давай папа сам себе будет чистить зубы. Почему? Я хочу тебе... Ладно, почистишь, хорошо. Так, у нас ударники, три ударника и фаз, да, который вешает. Но против фаза нам надо брать однозначно... Это хорошо себя показало. Чистку надо брать. А Зарола же у меня есть одна, я ее не качал, да? Надо будет прокачать ее. Вот у меня еще Зарола есть. Блин, она клево играет. Так, мне тут будут снимать овер ХП, мне бы его назад накидывать. Фаза возьму. Блин, ребят, мона вышла. Черт, ну реально фаз тут красавчик, что делать? Ладно, давайте моно, я не знаю. Тут все карты подходят. 300 мы пробили. Но должны, наверное, убить. Давайте. Опа! Не добили. Сейчас добили. Надо фаза убивать. Ох, фаза не убью. Ну-ка, смогу я так его? Ну, чутка не хватило. Эх, ребята. А мне иммунитет повесил. Я туплю. А, фаз. Фу ты. Все, хватило нам. Ну, хорошо, пусть этот ультует. А, у меня же заряжен, ребят. Сорян, уже почти 12. Уже 12 ночи. Да.
Ну, нормально зашло. Слабенько ударил. Вроде бы атака неплохая, а видимо уже все, бьет слабенько. И еще один. Мы там не выехали, пока нет. Грэмс. Ударники, да, это что делает? А, это там распределяет урон. И обходит усиление, и крит дает. И хил. Два урона и хил. Ну, хорошо. Я ее качал в атаку. Да, в атаку. Кстати, есть костюм. По всем иману режет. Так, сохранить. Хорошо. Фаза оставим. Оставим фаза. Ну, Грэмса по центру такое себе решение. Нифига мы не набрали. Вот это... Блин, я тоже хочу, честно говоря, сломать его. Смотрите, какие статы неплохие. Понятно, отряд там сейчас жирный. 800 400. А у нее 800 400. Не уступает. Еще бастион, да? Еще 900 получается. Так. Мы пока под мишкой агрим эту дамочку. Троечку собрали. Троечку собрали. Ну, раз она бьет, значит, давайте... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я не набрал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не набрал, не набрал. Фух. Так, я, наверное, поторопился. Нет, не поторопился, нормально. Блин, ну, красная команда просто огонь. Вот этот вот чувак, который еще и бьет.
атаку дает, еще разгоняет. Вообще бешеная карта. С Багрегом просто... Просто можно ломать на слом. И все. И будет полный вынос. Так, Хокмун был. Давайте Хокмун добьем. Ну, давайте тогда не Хокмун, а ее добьем. Ну, мне прям связки понравились. Связки зашли. Будем надеяться на оборону. Потому что один раз напали. Давно напали. И будем продолжать дальше играть.